Новый зампред Московской областной думы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина приняла участие в заседании Политсовета Одинцовского отделения партии. Затем парламентарий провела личный прием в общественной приемной партии на Можайском шоссе. Руководитель боксерского клуба «Барвиха» Григорий Агабикян обратился к депутату с просьбой о оказании помощи клубу в целях дальнейшего развития детского спорта в округе. Также в ходе приема поступило обращение группы жителей 8-го микрорайона города Одинцово по вопросу освещения улицы Солнечной.